Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Warhammer Total War, легендарный уровень сложности, война против всех. На меня напали вампиры, за орков играю, да. Капец этому поселению однозначно, но попробую этим Карштайнам как можно больше урона нанести. Конечно, у них тут всякие вот эти вот фиолетовые отряды, типа крутые. Мне капец однозначно, но тем не менее, поехали. Подрежу битву, покажу частично, потому что здесь нечего, собственно, смотреть. Так, начал только что битву. Смотрим, как там скелетики ходят. Мне очень нравится, как прям армия тьмы прям такая. Ай-ча-ча. И вот какая-то дрянь летающая, забавная. Не топыри. Проклятые не топыри, да. Ну, прикольненько, конечно. Ну, так себе тоже удовольствие. Вот тут дрянь всякая летающая, а. Куча. Шварцхафенские дьяволы. Варгейсты. Жесть какая. О, плюнул меня каким-то говном. Это кто? Влад Форн Канштайн. И летит. Куда это летит? Никуда. Мимо летит, блин. Понятно. О, началось, по-моему, месиво. Ёпта, ну конечно вот эта трясучка вся не способствует вообще удовольствию получения. Вот я не вижу толком анимации, то есть какая-то мешанина вот эта вот. Стреляй хоть по скелетам, я не знаю. Ворота они, по-моему, ломать что-то не очень собирают. Нет, ломают, ломают. Карштайн сам лично забирается. Вот, стреляйте по Карштайну. Плюнул каким-то говном опять. Ну, у него тоже не очень хорошо получается, я смотрю. Так, это что такое? Николя Горст. А, если я нападу на этого Николя... тремя отрядами, то как вообще? Что за хрень вообще такая? Они блюют на нее, короче. И чего она? Ей пофиг, по-моему, нет? По-моему, да. Да. Непонятно. Ее надо типа магии только мочить, наверное, или что-то типа того. Потому что ее бьют, бьют, ей насрать. Здесь все-таки уменьшается чуть-чуть. Непонятно. Да, бесполезно тут что-то делать, конечно. Ну и хладогести какие-то дохлые прибежали. Видимо, все-таки можно их... О, господи, что угодно. Блин, и духи, и скелеты, и вампиры, блин, и орки, и люди, и, блин, черти что из букв бантик. Я не знаю. Да, все, хватит закончать, окончить бой. Ну, слушай, они потеряли гораздо больше, чем тот же самый хаос, да? 600 и 1000 человек они потеряли, нифига себе, неплохо. Окей, незначительное поражение, согласен. Ну, он просто пограбил, отошел, что ли? Удает. Ну, его дело. Так, пошел дальше. Ну, вот это уже плохо, он мне не дает набираться, сволочь. Поселение разорено, поселение в осаде, новая особенность, тра-та-та. Ну ладно, минус 2000 у меня, вот сука. Где эта тварь? У меня хоть кто-нибудь нанялся-то хоть? Не-а. Довольно сильная армия. А если я железной скалы его проатакую, то он идет в жопу. Вот так, первая победа. Плевать. Это гарнизон, и у меня набор дальше идет, через один ход у меня будет. Так, опыт, походу, через один ход у меня здесь будет небольшая армия. То есть пришли, огребли, что-то еще распадаются потихоньку. Вот это, конечно, сильная армия Влада Форканштайна, но тоже понимаете, да?
что он не может бесконечно. Барак да вас бак пограбили, я буду его отстраивать дальше. А чё? А чё? Хотят еще раз нападать. Нападайте, деньги у меня есть. Не буду на них особо сильно внимание обращать. Давай-ка я своего агента подведу, может поможет. Сильно внимание обращать на них не буду. Давай следующих мочим. Ажак мясник. В одно жало может все это убрать. Так и делаем. Сразу разрушаем без всяких. Что у нас тут еще есть? Можно каких-нибудь орков этих потроллить. Мне нужно вот сюда идти. Альт, торф. То есть армии есть какие-то? Ну, да, есть, конечно, конечно, есть. Лучше держаться, как говорится, вместе. Ну, я, в принципе, знаете, что могу сделать? Я могу вот отправить вот всякие вот эти вот уа, чтобы они пошли. Там, погуляли. Может быть, я себе новых потом сделаю. Матрас, бульба, прыгаешь. Арбуз, прыгаешь. А, ну, просто летишь, да? И... Не-не-не. Просто сюда, да. И чеснок тоже сюда. Вот. Такие вот дела в Каракнорниум. Я чего? Порядок вниз пошел. Минус 14, ничего себе. Ну, вышли мои все агенты, да, поэтому такая ерунда пошла. Через 18 ходов. А так? Через 13. Пускай 13 ходов мне хватит. И так. Следующее, куда мы идем вот всей этой толпой. Ну, наверное, куда-то сюда как-то перепрыгнем. Сюда как-то перепрыгнем, наверное, и что там разберемся. Попробую грохни. Отлично. Еще дополнительный шанс я получил на убийство. И Блорк здесь тоже качается. Молодцом. Да-да-да, кстати. Кстати. У меня еще тут нанялись колеснички, то у меня будет полноценная армия. Ну, пехотная, конечно, только, но все равно. Поехали дальше. Не дает он мне наняться, сука, хитрая. Ва, уничтожен. Ва, решительная победа, ва, поражение, поражение. Так, мне больше интересует, что здесь в Карштайне эти, блин, сволочи. Все никак мне не дают наняться. Угу. Ясно. Ну, давай так сделаем, что. Придется самому это дело провести. У них, конечно, очень злые войска. У меня покоцанные достаточно. Да, покоцанные очень войска. Блин, как я буду убивать вот всякую такую дрянь, а? Вот это ж вообще нереально практически. А чё, нельзя отступить, что ли? Сука. Отступить нельзя. Вот это я, блин, конечно, зря сделал. Ладно, поехали, пофиг. Не знаю, как я буду всякие там вот эти вот твари убивать, летающих. Сейчас Карнштайном мочканем. Ну, самое главное то, что у меня есть моя волшебная кавалерия. Отсюда, блин, еще хуже стало, да, только? Поехали. Вражеское подкрепление на подходе, давай-ка. Пойдем, где мои подкрепления? Вон там, да? Раскатаем сначала их Карнштайна, вот эту всю дрянь. Не знаю, что с вот этой хренью делать, вообще понятия не имею, но... Будем смотреть. Кайки дойдут, я уже вот это все убью. Это точно. Зомби. Ты обойдешь?
Что еще можно сделать? Только... Отходи. Парский лорд ранен. Сразу отходим. Отходим, отходим. Обратно. Да ёп, никак не могу даже попасть, блин, в ложок. Ух ты, они уже прилетели. Летающее говно очень быстро пролетело. Так, отходи тогда. Спасу хоть кого-нибудь. Всех выделяю, просто увожу. Всех уводим. У меня даже одна катапульта все время ее называю. Одна подкончилась немножко. Лучники. Кава. Где у меня пехтура тут? Уводим, уводим всю мою колесничу удаль. Без понятия, что с этой дрянью делать, это вообще. Тут еще какая-то хрень. Мне кажется, что тут не одолеть это все дерьмо, если честно. Давай хоть лютых волков попробуем забрать. Давай-давай-давай. Заловили, блин. Да, нехорошо, конечно, лишаться этой провинции. Она вообще очень важная, блин, но... Походу, мне просто не справиться с этими плотскими, блин, бесплотными, точнее, дрянями. Вот такими. Хотя можно попробовать сейчас, я не знаю. Насколько они круты. Давай попробуем. Чё, куда? Алё, стоять бояться. На грани распада. Хорошо. Мочить. Так, они выстраиваются? Ну да, выстраиваются. Ну, типа я на них нападаю, поэтому они выстраиваются. Понятно. Два бесполезных первоуровневых командира. Распад. Что распад? Надо, чтобы совсем распад, все, распались. Отлично. Тоже не придумывают, блин. Так, какая-то дрянь ко мне летит. Аррор Бойс должны это встретить. Проклятые нетопыри. На подмогу можно вот один отрядик маленький отправить. Стой, стой, стой. Говнак самовара. У меня ничего летающего нет, так нечестно. Так. Ну что, они нападать не будут, наверное. Черные рыцари, пики, броня. Давай прикинем, как я могу все это дело забрать. Я могу выдвинуть, опять же, всех своих конников на этот фланг. Попробовать забрать этих рыцарей, а в подмогу взять... лучников, когда вся эта летающая дрянь прилетит. Вот это что? Рыцари крови и вот всякое там такое. Блин, это, конечно, больно. Это все моя пехота будет, наверное, пытаться сдержать.
под бафами вот этих двух товарищей. А тут еще вот пехота есть. Кава, атакуйте всю эту дрянь. Вы стреляете по сначала не топырям. Это все надо сразу уводить, как только оно прочаржит. Еще раз. Стоят, ничего не делают. Ну, это ваше дело. Не топыри на грани распада. Но все равно они очень хорошо мои катапульты покосили, да? Катапульты, блин. Колесницы. Разворачивайтесь. Зачаржите террористов этого вонючего. Ты оставь в покое этих разбойников. Они, короче, походу... Ой. Бля. Ну какие хитрожопые уроды, а? Уходи. На наших. Так, мой товарищ. Несокрушимость, мочите. Рыцарь крови, блин. Замочите сначала Шварцен, Хренцен, Брэнсен, чьи-то за дрянь там такая. В лучников мне въехали, ёпап мать. Разбойников. Понятно, рыцари крови сейчас угробят здесь всех. Вы убьете эту трянь? Вот эту вот или нет? Сюда подходи. Ой, больно, 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 больно. Да, вы набегут, согласен. Так, кого-то убили, слушай, это хорошо, давай-ка. Отходим. Можно прочаржить. Ты отходи. Это скелетики, да? Хорошо. С ними не должно быть проблем. Так. Еще отходи, отходи, отходи. Мне куда-нибудь надо пострелять. Сука, нет. Не, мне тут не вариант выиграть, короче говоря. Иди въедь в это дерьмо. Поторопился я, конечно. С атакой. Надо было еще поднаняться просто и все. Ходите. Ты въедь в этих уродов, ты тоже въедь в этих уродов. Отходи. Отходите, если сможете. Не вариант этого террористейста, ему вообще на все насрать. Здоровенная хреновина, который пофиг все. И тут еще террористы. Ну да, все, тут это без вариантов. Все убежали. Окей. Полное поражение. Окончили бой. И сейчас мне, по-моему, поселение еще хряпнут. Блин, 600 человек все потерял. 700. Зато Манфред Конштайн, по-моему, того. Вот у него эта дрянь. Вообще неубиваемая какая-то. У меня ничего не было тяжелого. У меня не было ни пауков, ничего. Так, ну, во что это все выльется? Разрушить мое поселение, по всей видимости.
Нет. Не разрушили. Очень интересно. Так. Ну, вообще забавненько, конечно. То есть они еще на Звездную скалу будут нападать и башни по ним еще похерачат, да? Ну, давай попробуем отойти. Объединю эту дрянь, вот эту уберу, чтобы денежки сэкономить. Короче, в принципе, ничего страшного так и не произошло, вот прямо сейчас. Нанять еще одного лорда. Блин, и так денег. Давай-ка сюда. Ну, даже не знаю, если честно. Да, в принципе, пофиг на эти деньги, блин. Кто у меня бесплатный? Ну, вот этот холерик бесплатный. В Черный утес и пошел. Так, мне надо по-быстрому наняться. А, желательно, блин, наняться какими-нибудь, которые могут эти твари летающие убивать. А кто мне тут их может убивать? Особое оружие дальнего боя. Давай ночных гоблинов фанатиков наберу. Не знаю, насколько они мне сильно помогут против этих летающих дряней, но они, по крайней мере, один ход нанимаются. Не будет такой же фигни, как только что с черными орками. Так, где у меня мои основные армии? Тут у меня ва мы получали по балде. Давай-ка сначала надо прыгать сильными войсками, чтобы если их перехватят, то можно было справиться. Теперь матрас. Теперь арбуз. Он пешком дошел. Красавчик. И теперь Гримгар. И последним чеснок. Вот. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Ничего особенного. Минус 2000 мне хватает. Ну, в принципе, неплохо. Перевал смерти тут, конечно, начались беспорядки. А здесь нормально. Стены. Хотя уже третьего уровня, но все равно мне надо вот этот поселение Галбрас. Галбарас поднять. Ну, в принципе, все равно с этими убер войсками все равно мне могут захватить. Что? Плевать. Поехали дальше. Так, он нападает. Это, кстати, очень хорошо. Это значит, что я просто сейчас отойду, и он не сможет. А, я не отойду. А почему не могу отойти? Что за хрень? Потому что я на быстром марше, что ли? Он быстро дальше обратно вернется или нет? Я могу въехать, попробовать постараться в этих скелетонов, чтобы их поменьше было. Не ломает, правда, не ломает. Просто не лень. Сейчас он обратно вернется или нет? Может он обратно? Да, но он, по-моему, не дошел. А это значит, что я сейчас отобью эту армию, которая меня в осаде держит. Ему придется меня в осаду брать заново. Так, зловредный нрав Спинакус умер, я запись не включил. Так, убить какого-то типа, да иди. Все, ла мои убиты, я их послал на смерть по сути. Ну там от них толку не было, они умирали уже. Вот, зато у меня здесь еще один агент. Агент, в смысле, герой. Вот, да, отличненько. Свободен. Говна самовар. Фредерик фон Карштайн погиб в битве. Здесь
какой-то отстой остался. Я смогу вот одним отрядом их убить? Да я без понятия вообще, если честно. Ну вообще это ни к чему на самом деле. Потому что все равно вот эта армия меня сможет в осаду взять. Да. Давай-ка, знаешь, что сделаем? Не будем... Нет, отставить. Не будем зря вот этого типа убивать. Я его просто уберу отсюда. Блин, железная скала какая-то покоцанная, капец. А что здесь так мало-то всего? Потому что я здесь стены никогда не делал. Да нет, есть тут стены. Ладно. Вот. Ну, теперь можно наниматься. Хотя три хода это много, потому что они за один ход это убьют, потом дойдут. Нет, три хода это много. Давай лучше я обычных ребят найму. Вот этих. Четких пацанов. Да. Всяко лучше будет. Вот. Сдерживаем просто вампиров. Некогда мне вот основные армии свои передвигать. Арбуз. У Ажага по-любому будет. Уа. Да-да-да, я понял, что у вас тут очень много всего, но, ребята, вас ничего не спасет, извините. Это столица? Да, это столица 5 уровня. Сейчас я вас обойду просто-напросто. Со всех сторон, блин. И что вы мне сделаете? А? Ну как? Что? Ок, императора, блин, до свидос. Конечно, я деньги возьму, потому что мне нужно сейчас будет нанимать очень много всего. Жаль, что я не могу встать в лагерь, блин. Ну ладно. Стоим пока так. На следующий ход я убираю это дело. Денег я немножко взял. Это очень хорошо. Это значит, что я смогу там сейчас армии набирать и все такое. Кстати, надо бы этим заняться. Прям сейчас. Нахер. Оп. Возьму 8 целых карака. Здесь еще одного лорда какого-нибудь бесплатного. Вот этого. И опять найму здесь кучу войск. Вот таких. Почему таких? Потому что они за один ход делаются. В принципе, скелетов всяких разваливают на раз-два. Все. Ребята. А, вот у меня еще есть армия. В смысле, этот агент. Блокада. Неудача. Ну, я особо на это не рассчитывал, на самом деле. Поехали дальше. Вот железный скале пришел капздец. Я не знаю, на самом деле, стоит мне самому сражаться. Наверное, стоит, потому что башни все-таки хорошо очень покоцают это все дело. Но я все равно не буду это дело снимать, потому что, ну, это бессмысленно. Поэтому битву я вырежу, но посмотрю, как башни... Сам посмотрю, как башни их покоцают. Гребанные кровососы покоцали меня. Поганые. Так, и железную скалу они почему-то тоже решили не... уничтожать. Странно. Ну ладно. Ты кто? А, да отвали ты. Ой, я случайно. Кого-то я перехватил на звериной тропе. Это вообще непонятно, как получилось. Ажак мясник кого-то съел. Так, последний разорено. Противник погиб в битве. Та-та-та. Задание получено. Громи челов. Разрушить или разграбить. Вайсмунд. Сейчас сделаем. Сейчас. Посмотрим сначала, что там вампиры. Они не очень быстро продвигаются, мягко говоря, да? Ну-ка. О, я банши замочил. Круто. Юрген фон Карштайн. Как-то они нанимают вот эту вот дрянь, я не знаю, там мертвых как-то оживляют или типа того, я не очень в курсе, не играл никогда за вампиров.
Смотри, барак до вас баг практически отстроился. Один ход осталось. Круто. Так, здесь у меня... Ой. Здесь у меня уже кое-что есть. Тоже неплохо. Ну, типа... Пофиг, продолжаем. По крайней мере, пехоту я всю раскатаю. Это точно. Вот. Ну, им тяжело. Они, конечно, они продвигаются, но очень тяжко. Продвигаются, но очень тяжко. Так. И я особо на это внимание не должен обращать. У меня основное все здесь. Все 30 уровня, да? Угу. К сожалению, да. К сожалению. Да. Давай-ка посмотрим, как это быстрее сделать. Вайсмунд, я понял, да. Но мне нужно как-то разрушить. Может, чеснок сейчас нападет? Давай, чеснок. Покоцанное все, плюс у меня... А, у тебя осадных машин нету. Так, отойди. Конечно, у тебя же осадных машин нету. А тут стена и все такое. Тогда арбуз нападает. Свободно. Так, Гримгар, блин, у меня все раздолбанное на самом деле. Мне надо бы это, подлечиться. Может отойти? Далеко идти-то? Блин, далековато. Давай просто тогда подойдем. Встанем в лагерь. Хоть какие-то будут эти восстановляшки. Вот так. Арбуз здесь встанет, наверное. А, не может он. Чеснок целый. Рядом с арбузом тогда постоит. А матрас бульба сюда пойдет. Все покоцанное, все такое. Вот так вот. Чуть-чуть починимся. Будем передвигаться потихонечку сейчас, чтобы починиться, починиться, починиться. Ты кто? Графство вампиров. Вана Альторф. Что это за достижение? Игра из зеленокожих, разрушите имперскую столицу. Это столица была имперская? Ну, бывает. Чё ж теперь? Дай-ка я вампирам под носру. Вот так. Сволочи. Грабят меня там. Чеснок должен был быть, блин, внизу, на самом деле, с вампирами драться. Ну, так еще. О, полный успех. Это значит, вообще убил. Лазутчик. И что тут у нас? Обман. Давай. Сколько у людей осталось долбанных провинций? Две. Ну, вот эту и вот эту, короче, убить и все. И тогда, как бы, я, типа, свободен убить вампиров. Но мне кажется, что я и так справлюсь. Поехали дальше. Опять напали на железную скалу, потому что там строить начали. Но сейчас они, наверное, разрушат все-таки. Не хочу просто там сражаться, мне лениво. Да, разрушили, сволочи, скалу. Ну, в принципе, смотри, он убежал. В принципе, я сейчас могу ее обратно заселить. Вот, запросто. Деньги-то есть. Да отстань ты, господи. Поселение разрушено, да. Отрицательный рост Галбарас. Так, что здесь? Латфорн Канштайн. Угу. Давай-ка 17 и 14 отрядов. Плюс я еще найму, наверное, лучников. О, давай вот эти возьмем две штуки. Вот так вот. Потом пойдем выселять их. Взяли, мне разрушили, короче, перевал, блин. Теперь тут надо содержать этих... Как они называются? Теперь тут надо содержать гребаные войска, чтобы от мятежников отбиваться и все такое. У меня, кстати, в барак Давасбаге стен нету, они сейчас могут пойти и просто убить. А, я не могу блокаду сделать, сука. А этим можно? Попробую.
бесполезный какой-то вообще типелок. Могу ли я еще какого-нибудь героя призвать? Вожака гоблинов. 5 уровня. Пронырливость, шанс успеха действий. Давай вот этого. Так, примерно. Бахнем. Что у нас тут? Ажак из Хиа. Отлично. Вайсмунд, Ажак, да? Сейчас Ажак, давай, топай. Не успела их армия дойти. Вот она. Довольно большая. Это у нас сам император Карл Франц, правильно? Правильно. Я сейчас всей толпой подойду просто. Арбуз, конечно, покоцанный, но... все равно его присутствие очень даже хорошо будет на общем исходе битвы сказываться. Грингер. И чеснок самый-самый у меня. Целая армия самая для чеснока. Кто мне нападает? Матрас, арбуз, кто? Ажак. Попадает у меня Ажак, и это 13 тысяч, да? Да, давай. Казна плюс 1200 еще дополнительно я получил. Ну, вроде никто у меня не может встать, к сожалению, в лагерь. Очень жаль. Очень покоцаны у меня армии все, блин, надо, конечно, восстановиться. Единственное, у меня чеснок более-менее целый. Я бы задержал его на всякий случай, блокада. Понятно. А как же? У них осталось, по-моему, одно поселение. Блин, убить никого не могу. Понятно. Ладно. Просто сюда подходим. У них одна армия осталась и одно поселение у империи. Че, два поселения? Сука. А, ну правильно, вот имеется в виду, я сейчас одно разграбил, я его на следующий ход уничтожу, встану в лагерь, подлечусь, а потом... потом будет потом, непотраченное у горбу драчко. Ты кто вообще, вожак гоблинов? Это вот этот, который мне ни хрена сделать не может, да? Вот этот, угу. Дальше поехали. Охренеть, у него стремительный удар есть, оказывается. Вот это печалька. Так, отходим. Еще один стремительный удар. Он сейчас всех разгонит тут. Блин, как же он близко. Это что за дерьмо? А, я понял. Это кто у меня? Чеснок. А что так мощно-то? Вот, у меня здесь сплошная пехота, ничего больше нету, да? Император Карл Флоранс. Сплошная пехота. Смогу я вообще хоть что-то сделать с ним? Чесноком моим. Куча агентов. Плинтусы всякие. Ракетная батарея. Великая пушка. Пистолетчики. Мне их даже не догнать ничем будет, на самом деле. Они будут стоять, меня расстреливать бесплатно. И специалист по ближнему бою. Маг один. Сам Карл Франц. Не знаю, я бы хотел отступить всеми вообще. Он сейчас по очереди, конечно, на каждого нападать будет. Тоже, блин, очень сильный тип, а. Давай, отходи. Они, кстати, отходят все примерно в одном направлении. Будет еще он нападать? Нет. Ха, лох. Мирный договор. Ага, сейчас. Они еще раз на барак Далазбак нападают. Мне лениво еще раз это все делать. Доблестное поражение. Ну смотри, он много потерял. Разрушил на этот раз. И уходит. И уходит. Ничего, я все восстановлю. Деньги у меня есть. Я с людей взял все это.
отстань. Так, последнее разрушено. Вау, арбуза. Класс. Так, а могу я задержать этого чмошника? No? Может, все-таки могу? Нет, нет, no, не могу. Убегает, блин, тут полутохлый. Так. Ну так и чё, я его не достаю. Его просто не достаю. Когда у меня здесь будет восстание? Один с ходов. Ему тут нападать не на что, на самом деле, больше. То есть куда он пойдет? На док Карас, ну, пускай идет. У него сейчас тут как бы не очень осталось войск, чтобы что-то делать. Все, плевать на это дело. Давай Карла Франца мочканем. То он хренел вообще тут. Своим со стремительным ударом, тварь такая. В обороне тебе стремительный удар не поможет. Сейчас он убежит, конечно. Сейчас надо попробовать его сначала того задержать. Вдруг получится. Сейчас. Держи карман шире, как говорится. Это чеснок. Он на быстром марше? Блин, да. Жаль. Окружаем. Кто меня атаку проведет? Гримгар, наверное. Hey. Или арбуз. Ну, конечно, он убежал, но недалеко куда-то в лес. Поэтому сейчас мы его догоним. И убьем. Ну, сучка. Не пускает меня. Ну, я потерял пацанов. Так, казначей Леопольд. Идешь нафиг. Хватит мне сил, чтобы справиться с вами. Сейчас у них просто армии не останется. После того, как я его проатакую. Ну, у меня тоже с армией все плохо. Так, есть. Это что? Чеснок. Угу. Чеснока, кстати, тоже стремительный удар теперь есть. А что дает вторая штука? Дальность подкрепления, доступ к стремительным ударам. А здесь? Непонятно, если честно. Не хочу. Давай зловещую ауру. И немножко возвращаюсь обратно. Его. Все, раздолбанное у меня, конечно, надо чиниться. Очень опасно я, конечно, здесь хожу. В таком раздолбанном виде. Ну, хоть чуть-чуть у меня есть какая-то армия. Более-менее целая. Вот, у чеснока, например, да. 16, правда, только рыл. Немного. У арбуза, кстати, эти пацаны, блин, старенькие, раздолбанные. Мы посмотрим на империю, как они там. Одно поселение, да. В самой-самой жопе, блин, мира от меня. Деньги есть, деньги есть. Много очень мини-героев, поэтому минус идет по деньгам. Ва, окончен, пацаны не нашли с кем драться. Жалко. Я жага мясника, у вас задание провалено, иди в задницу. Так, теперь. Ворчало молчегадов. Мочегадов. Жуть какая. Восстанавливаем железную скалу. Так, а ты иди туда, восстановишь потом то поселение. Вот это все объединяю, потому что их много очень. Мне столько не надо. 12. И здесь потом тоже объединю. Так, постройка идет.
идет под походов. Здесь я вот не знаю, мне восстановиться, чтобы проблем не поиметь на обратном пути, или пофиг ломить, короче, вперед. Здесь какие-то армии еще же ходят вокруг. Иду вперед, короче, плевать. Матрасы 10, вообще отрядов только, обалдеть. Потрепанный матрас. Чеснока самая такая мощная армия. Кстати, можно попробовать ее расформировать и раздать просто всем своим. Зачем мне этот чеснок нужен, правильно? Ну, уже ходов, очков действия нет. Хотя я могу просто-напросто ему включить вот эту штуку. И вот, допустим, ты кто? Ажак. Вот можно Ажагу отдать. Вот, например, матрасу Бульбе можно отдать. Ему отдам Клизмыча, отдам Ургуна. Вот этих ребят отдам. Вот. И арбузу еще можно парочку отдать. Пофиг. Кто еще у нас тут? Матрас. Ажак 17. Матрас 18. Арбуз 20. А Тигрингер. Блин, Тигрингер. Вот Грингер. Не вижу я его. Вот на Грингера отдаю 3. Сам чеснок уходи. Вот, вот так. Вот. Справимся без чеснока. Деньги сэкономим. Потом, если что, я его могу даже перекинуть, да? Сюда. Как у меня здесь восстание? Не скоро здесь. Разрушили 2 поселения, зараза, блин, минус 20. Надо будет сейчас с восставшими драться, все такое. Да, здесь постоим пока. Ну и... Ни с кем я там не встретился больше, да нет, вроде. Вы можете издать указ. Да, давай, это, конечно же, на порядок. Поехали дальше. Гримгара уа. Прекрасненько. Матраса уа. Потому что я передал им войска, и вот у них сразу началось колонизировать. Good. Да, согласен. Здесь объединяю все это дело. Ух ты, мощно. Вот, по деньгам вроде восстановился. Надо держать, конечно, армии здесь ради того, чтобы с порядком разобраться. Блин, минус 17, это через 2 хода у меня восстание. А здесь, в Железной Скале, через 17 ходов. Гораздо лучше. Что я могу здесь нанять? Вот, гоблинов понанимаю, чтобы подавить восстание. Ну и чтобы порядок... А ты, товарищ, будешь следить, чтобы эти твари, когда вернутся, блин, я это сразу увидел. Они на свои земли идут восстанавливаться, я понимаю. Они рано или поздно вернутся. Мне желательно заранее знать об этом. Ну-ка. Отлично, капитана мочканули. И давай все свои армии передвигаем. Передвигать будем на быстром марше. Ажак мясник. На следующий ход уже покончить с империей. Наконец-то. Матрас. И Гримгар. Собственной персоной. Кто еще? Это все уа, да? Да, 3 штуки. Да, да. Все, на следующий ход. Забираю последнее. Это Бальтазар тут уже очнулся.
Последнее поселение. 5 уровня, блин, мощное достаточно. Я надеюсь, мне хватит 4 армии. Если не хватит, буду держать в осаде. Но, в принципе, тут еще 3 уа подойдет. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. К тому же, можно будет попробовать это дело и проштурмовать, если что. Попробуем убить. Чем меньше у них агентов, тем вероятнее, что все будет хорошо. Где у меня тут еще было? Блин, у меня тут где-то еще было же мое поселение. А, вот он. Минус 16, ничего себе. Скверно, минус 4 персонажа, да пофиг. Короче, все хорошо. Поехали дальше. Говно вампирское идет обратно. У меня даже ускорение перезарядки для лучников изобрелось. Ну капец. Восстание неизбежно долина Кровавой реки. Это... где? Долина... Кровавой реки. Ага, ну да. И опять идет это говно обратно, смотрите. Это у нас Влад фон Карнштайн. Открытое достижение, крутой железячник. Что это? Играет за длиннокожие, следующие 24 технологии. Окей. Сделано. Блин. Но он до Варенкийских холмов не дойдет на следующий ход. Я здесь нанимаю гоблинов всяких. Железную скалу дальше отстраиваем. Что здесь полезного? На рост, наверное. Наверное, на рост. Так. Железная скалета когда будет у нас? 18 ходов, не скоро еще. Ну, успетку отсюда дойти, в принципе, у меня здесь армия какая-никакая. Давай-ка попробуем еще что-нибудь нанять полезного. Ну, вот, например, тех же самых лучников. Че нет-то? Вот, перестреляем по максимуму. Карнштайнов. Вообще, скорее всего, не придется, потому что кто у нас первый будет? Ажак? Да, пожалуй. У них не такой уж и большой... А, нет, большой достаточно гарнизон, но я думаю, что все будет хорошо. Что мне даже не придется особо труждаться и там что-то вручную атаковать, потому что у меня тут такой переблоб, что... Без вариантов. Плюс, даже если не на этот ход я это сделаю, то на следующий, когда подойдут все мои уа. Это уже уа, да? Да. Так. И... Блорк, мочи гадов. Запрыгни сюда. Гримгор, Ажак. Давай посмотрим, какие шансы. Хорошие шансы. Надо заканчивать кампанию уже. Хватит баловаться. Все, победа в быстрой кампании. Открытое достижение воплощения Зигмара. Самый большой вожак и очень большой вожак. Что это значит? Воплощение Зигмара. Выиграть кампанию для одного игрока на легендарной сложности. Окей. Ну и короче там всякое остальное. Я понял. Ну вот, короче, наконец-то я закончил эту кампанию. Блин. Не сказать, чтобы я прям массу удовольствия получил, но было необычно, было интересно. Вот, не знаю, какая будет следующая кампания на Вархаммере и когда она будет, без понятия. У меня сейчас немножко другие планы по другим тоталварам, но когда-нибудь обязательно будет. У меня есть кое-какие мысли, я еще посоветуюсь с Елизаром, что он подскажет. Поэтому всем пока, лайк, подписка, все дела.